Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. За інформацією Генерального штабу України, наші Збройні сили продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а на Бахмутському проводять штурмові дії. Там складається ситуація оперативного оточення ворога. А вот Абрамсы, обещанные Соединенными Штатами, будут переданы Киеву раньше, чем ожидалось. Такое решение дал министр обороны США Ллойд на встрече контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн», не назвав при этом конкретных сроков. А тим часом на Запорізькому напрямку суттєво зросли втрати окупантів. Росія, ймовірно, має нестачу боєздатних підрозділів, які можна було б перекинути на цю ділянку фронту. Тому кидає туди непідготовлених бійців, які відразу нищаться українською артилерією. Є таке поняття «замисел командуючого», «замисел главкома». И этот замысел, он только в голове одного человека. Этот замысел, он может прорабатывать его по некоторым этапам, давая команды разрабатывать некоторые направления, разрабатывают все и вся, а вот именно сам замысел знает только он. И как вести его в зависимости от сил, средств, которые приданы, от того вооружения, которое обещано, еще не дошло, но можно предположить, когда оно дойдет. О нем знает только один главком. Вопрос в том, что если бы не было в планах прорыва, ну то есть выполнения стратегической задачи, мы тогда не начинали движение вот тех, которые начали сейчас. Начинать двигаться в сторону Токмака, в сторону Работина, не было никакого смысла, если не продолжать это движение дальше. Ну, то есть, тогда лучше бы было оставаться на том уровне, где стояли, и заниматься другими делами, по крайней мере, сохранили бы силы и средства. Раз начали двигаться, значит, однозначно замысел есть, прорыв точно будет, только слово «прорыв», тут вопрос такой, выполнение стратегических программ, то есть стратегической задачи данного этого года, военной кампании, украинской военной кампании этого года. Опять же, стратегическую задачу в принципе обозначили. Пересечение сухопутного коридора или взятие под контроль сухопутного коридора, это однозначно. То есть если мы можем держать под ударами, допустим, трассу Мариуполь-Бердянск-Мелитополь разными способами, это уже контроль сухопутного коридора. Задача-то основная не дать возможности вести военную снарягу в Крым. То есть вот эта задача, она будет однозначно выполнена. Где она сейчас видна, если отвечать на ваш вопрос? Три направления, те, которые до сих пор остаются стратегическими, еще окно возможностей однозначно есть. Первое – это Работино, только не на Токмак, это точно. Однозначно обходить восточнее, выходить на железную дорогу, из района железной дороги в любой точке железка, Волноваха, Черниговка, Токмак, мы оттуда уже будем доставать хаймерсами до шоссейки, которая идет вдоль Азовского побережья. Кстати, двигаться уже южнее можно и в дожди, там проблемы большой нет. Потому это направление, скорее всего, остается основным, одним из основных. Второе направление, мы тоже с вами неоднократно говорили, оно до сих пор открыто, оно будет открыто всю зиму. То оно не закроется никогда, никак дожди на нее не повлияют, на это направление. Форсирование Днепра в районе, допустим, того же Херсона, на Новой Каховке там проблема, потому что там вода может заливать, там другие почвы. А вот с района Херсона, Олешек и двигаться вдоль побережья Чёрного моря на Армянск в сторону Крыма мы можем в любую погоду, вот в любое время, хоть 1 января не надо, 2 января похмелиться же надо будет. 2 января и дальше, в принципе, можно двигаться и выполнять эти задачи. Потому это второе направление, оно открыто. Ну и третье, сейчас уже раньше, хотя бы недели-две назад, я бы сказал, еще все-таки угледарское направление еще может сыграть, но уже, наверное, нет. Потому что там те действия, которые предпринимают россияне, они их реально предпринимают, то есть здесь этот танго называется «вдвоем, когда танцуешь», и вот россияне сильно укрепляют сейчас Времевский выступ, угледарское направление, то есть направление на Мариуполь они укрепляют еще сильнее, чем направление на Токмак. пытаются вот его прикрыть. Значит, третье направление остается, это район Донецка-Горловки. Вот те действия, которые сейчас выполняются нашими войсками в районе тоже Клещеевки, Курдюмовки, сейчас же двигаемся на Курдюмовку, это направление на Горловку. А заход в Горловку — это высоты довольно-таки серьезные. Через Горловку можно даже уже двигаться на Янакиево, на Донецк уже с тыла Макеевки, то есть заходить с Ясиноватой. Там очень много дорог, дороги с твердым покрытием. Там также, если зайти в агломерацию, то зимой, весной, зимой, осенью там можно двигаться. То есть вот это третье направление, по которому из этих трех направлений или в какой последовательности будет принято решение, а вот это уже все зависит от замысла главкома. Ну, однозначно со знаком плюс. Первое, люди видят свое участие в этой войне. Это ж вот, если бы они не видели своего участия с нашей стороны в этой войне, они бы, естественно, такие прогнозы бы и не делали, были просто неинтересны. Они бы не были востребованы, по крайней мере. Раз они востребованы, значит, они однозначно видят с нашей стороны и свое участие в том числе. Второй плюс. Такого рода исследования делаются для того, чтобы дальше планировать финансирование определенных действий, потому что производство военной техники, военной снаряги всей, начиная от пистолетного патрона и заканчивая авиабомбой и самолетом в том числе, это все игра в долгую, потому что надо сначала строить станки с ЧПУ, а потом только производить с этих станков. Сначала построить завод для производства станков, потом построить завод из этих станков для производства снарядов, потом построить, запустить производство снарядов, ну и так далее, и тому подобное, полностью по теме. А раз это уже видят, это значит уже будет финансирование. А если будет финансирование, то это все надо будет куда-то девать. То есть куда-то располагать как минимум. У себя они большие склады располагать не будут, значит располагать будут и у нас в том числе. То есть это тоже большое, то есть это сразу видно то, что у нас будет достаточное количество вооружений. То есть это уже второй плюс. Третий плюс, 6-7 лет это не маловато, это не в половину перерезали. Лет 10 Россия будет распадаться. Лет 10 нам придется держать линию обороны, от восточную линию обороны. То есть госграницу надо будет держать в таком режиме, как мы держали. Это не сильно много. Вот 8 лет мы держали в таком режиме границу, линию обороны на Донбассе. 8 лет. Вот единственное, она не была дотянута до Крыма. То есть если бы ее дотянули не 400 километров, а 440 километров участия, еще 40 километров по админ границы с Крымом, вот тогда бы у нас не было больших проблем. То есть вот такая граница, она будет, госграница, на которой будет расположены не пограничники, а военные. Они будут удерживать эти волны мигрантов, мигранты будут с оружием, там кто-то затешится, какой-нибудь бывший вагнеровец, который вспомнит, что там не тому по голове ударили этим кувалдой, да, то есть и это все будет болтаться по Российской Федерации лет 10, а нам надо гражданское общество прикрывать от всей этого болтания, от всех этих волн, а это сделает только армия. Сейчас это уже понятно, ни пограничники, ни Министерство внутренних дел, никто с этим не справится. Армия развернется на 1000 километров фронта, ничего страшного, сейчас на 1200 километров фронта. Развернемся на 1000 километров фронта, армия будет удерживать эти все восточные рубежи. Гражданское общество даже не заметит, потому что раз сказал Буданов 150 километров, значит 150 километров там ни один червяк жить не будет. Вот и все, найдут каждого червяка, спросят, что ты здесь делаешь. Ну вот примерно так. То есть вот в таком режиме, потому ничего страшного, когда говорится, что 10 лет у нас еще будет проблемы с Востоком. Ну у нас 800 лет, не, уже, наверное, уже 1000, наверное, лет скоро будет проблемы с этими восточными. 1221, 1223, по-моему, битва на Калке была, 800, да, лет. К нам с востока собирается кто-то идти, вот удержим несколько десятков лет, ничего страшного не будет. Вот и весь расклад, то, что впереди нас, по крайней мере, ждет. А то, что мы победим, разобьем российскую армию и выгоним ее с нашей территории, выйдем на госграницу, так извините, это в планах Байдена избираться на следующий год и стать еще раз президентом повторно. Они будут, ну, я не знаю, что рыть, то есть копытом будут рыть все и вся, но они этот план будут выполнять, потому что без победы украинской армии над российской армией Байден президентом точно не станет. И у демократов будут очень большие проблемы в этом смысле, тем более у этой команды обамовско-клинтоновской. То есть они могут вообще слететь с демократической партии. Там есть определенные внутренние уже моменты. Потому они однозначно будут за то, чтобы и можно сказать, за то, чтобы мы победили. В следующий год, вот где-то конец сентября, мы будем с вами разговаривать, вот, вспоминать вот этот разговор сегодняшний. Вот где-то год, это и где-то год еще нам придется бороться с российской армией. После того, как появятся самолеты в достаточном количестве, в следующем году, я думаю, это будет ближе к весне, 3-4 месяца, и российская армия просто перемолотят, авиация перемолотит, смешается с той почвой, где она еще останется. Там, с донецкой почвой, с частью крымской почвы, может быть, и с азовской где-то почвой. Ну, посмотрим, здесь уже очень сложно это сейчас прогнозировать. Но авиация конкретно сделает такой, авиация это геймченджер, который, ну, сработает в таком прямом режиме, прямого уничтожения.